Всем привет! Сегодня мы будем тестировать ходовые возможности локомотивчика Е69. Вот он, от производителя Fleischmann. Это новый Fleischmann. Анонсирована модель в 2016 году. Вот, это самый простейший вариант. Аналоговая, но с подготовкой под звук и под декодер. Ну и так, приступим к тестированию. Даем небольшое напряжение. Локомотивчик сорвался. Плавненько поехал. Останавливаем его. Хочу сделать небольшое уточнение. Вот у нас тут стрелка Рока Геолайн, она имеет незапитанную крестовину, и как мы видели, локомотив на малом ходу ее без проблем прошел. Так, в обратную сторону даем напряжение, включился свет, и локомотивчик поехал. Опять же, абсолютно беспроблемно прошел на малом ходу. На своем блоке питания я даю примерно 30% мощности. Сейчас попробуем сверхмалый ход. Так, сейчас примерно 15% мощности. И попробуем проползти стрелку. На малом ходу подзалип. На 30% бегает беспроблемно. Сейчас поставил ему 20%. Давайте посмотрим, как он. Опять же, без проблем совершенно. Так, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы получили примерное представление о возможностях этого клопика в аналоговом режиме. До новых видео!